Я бы его просто купила и сразу пошла бы домой. Это сейчас будет рецепт от Крис. Ну что, мои хорошие, мы с Кристиной пришли. Всем привет! Всем доброе утро, мои хорошие. Смотрите, как утро начинается. Вкусняшки. Сейчас попробую, если будет вкусненько. Деньги привезу, такие вкусняшечки. Хотя я не очень люблю, и чтобы он ел у меня сладенькое. Ну, можно такую одну-две привезти. Блин, мне не нравится, что здесь много шоколада. Вот этого молочного. Непонятный вкус какой-то, как будто оно не свеженькое. Ну, привкус какой-то такой, знаете, состоявшийся. Такой кусок шоколада там... Я его выкину, потому что он невкусный. Да он невкусный, Крис. Угу. Дай понюхаю. Он выглядит сейчас не очень. Лежит тут. Как кусочек. Обгрызла весь. Только с одной стороны обгрызла, с другой не грызла. С той ноги встала сегодня. С другой стороны попробуй. Там я не грызла. Маленькая конфетка. Да мне просто шоколад не нравится, он невкусный. Я потом попробую после зарядки, можно? Кажется, снег метет. Уже час точно метет. Или два даже, да? Не перестает. Вот метет. Ну, вот такой, как метет. Просто идет. За продуктами надо еще в магазин. Все заснежилось. А здесь доставки нет. А сколько доставка стоит вообще в Ростове? Ну, в Ростове бывает бесплатно. Ну, бывает 100 рублей, то есть 99, это пятерочка, если... А какой... нет, и 177... Значит, доставка включена, я думаю, туда, вот, в покупку продуктов, нет? Ну, наверное. Нет, ну, как бы, наверное, да. Кристина хочет заработать денег, и по какому тарифу ты хочешь работать? Пятерочки 99 рублей доставка или лента 177 рублей доставка? Это что, самые дорогие расценки? Да. А, нету, это... а если постоянно берешь, то бесплатно а доставка. Такси комфорт, там это лакшери доставка. А какая мне разница, каким такси? Они все равно к дому приходят. На каком такси будет курьер ехать? Доставку хочешь? А и что туда входит в лакшери доставку? Ну, красивая подача, хорошо все уложено. Итак, хорошо все укладывается. Свежее выбрано с душой. Все так и делают. Помидоры не помяты. Все так и делают. Свежие с пупырышками. Все так и делают. И бесплатно привозят. А ты хочешь еще денег содрать с меня, подруга называется. Не содрать, а любой труд должен оплачиваться. Ну вот, в Ростове бесплатно. Ты можешь на каждый продукт 1 рубль наценять. Рубль белорусский хорошо. Нет. Хитрая какая, смотри, сразу у нее пошел расчет. Вот хитрюля. А характер тут еще тяжелый. А характер вообще, вы представляете, как я с ней вообще живу? Ладно, я шучу. Бесплатно пойдешь? Я тебе еще приплачу, хочешь? Хочу. Буду все время гонять тебя в магазин. Заработаю. Слушай, может быть, ты будешь курьером? Я просто организую, будешь доставлять людям. Здесь нету курьерской доставки. А почем мы будем? Бесплатно. Ну, для начала нам нужно клиентскую базу набить. Бесплатно будешь таскать подсадим, продукты. Да? Как это делается? А потом будем чуть-чуть брать по чуть-чуть. Потом подсадим, да, потом они уже не смогут. Потом они уже не слезут за доставки нашей. Ты же будешь все лакшери. Мы тебе еще костюм специальный какой-нибудь. Кошечки. Будет доставка для взрослых. Слушай, доставка продуктов 18+. И ты будешь... Я прям заставлю. И ты будешь в костюме кошечки. Ну, естественно, будешь на бизнес-классе ездить, на Мерседесе приезжать. Пусть встречают тебя, открывают двери, и ты такая... Представляешь, сколько доставка будет, если еще лакшери автомобиль? Будет все, конечно, дорого, но это не для людей, которые... Наверное, здесь мы в Борисове не раскрутимся так. Ладно, ты пока думай, я чай попью с нормальной вкусняшкой. Вот это, все вкусненько. Крошки, короче, я сейчас поеду на улицу. Нормально, я говорю, поеду на улицу. Сейчас хотела тушь затестить, но мне что-то вообще так не хочется красить. Я вам завтра покажу. Я уже накрашу ей и уже просто скажу, как вот покажу вам, как я накрашенная и как я красилась. И потом, короче, тушь уже эту вам скажу, какая она. Вот. Надо в магазин мне выйти за хлебом. Хлеба нет. Кристинка тут работает, там все дела. Ну и фикс прайс заеду. Еще один будет фикс прайс у меня, короче, на канале, походу. Но я сейчас посмотрю, какой будет. Просто распаковка или тоже обзор полочек. В новый фикс прайс поеду. Короче, все фикс прайсы обойду в Борисове. Надеюсь, нормально я выгляжу. Никак красится, просто лень.
сейчас вышла, думала такси вызвать, но посмотрела, что тут фикс-прайсов несколько рядом. Все они находятся в пределах 1,5 километров. И один фикс-прайс, в котором я не была, он находится 400 метров. Я уже больше половины дороги прошла. Сейчас он должен где-то уже там быть. Пешком решила пойти. Фикс-прайс. Ну что, мои хорошие, я сходила в фикс-прайс. Это вы все увидите на втором канале. Уже потемнело. Но так как мы в центре находимся, все в центре, не страшно. Я сейчас пешочком дойду. Я тут буквально завернула на улицу. Вот сейчас дойду до площади, ну, улица Революции называется, такая центровая прям. Вот. Красивенько, люди ходят. Еще рано. Сейчас время 5 часов только. А, нет, 6 часов. Только сейчас звонила мне Надежда Ивановна. Денечку с садика забрала. Там надо заполнить какие-то бланки, что-то. Сейчас домой приду, перезвоню ей. Вот, сейчас выйду на улицу нашу главную и по прямой пройду, зайду в магазин еще. Я говорю, как раз таки в обзоре говорю, жалко, что здесь хлеб не продают, потому что мне нужно хлеб купить в магазине. А если бы в фикс-прайсе продавали хлеб, я бы его просто купила и сразу пошла бы домой, никуда не заходила. На фикс-прайсе хлеба нет. Слушайте, погода шикарная. Вот я сейчас иду. Ой, фонарь включился. Иду. Зачем ты включился, фонарь? Подсвечивать мне, ага. Короче, и нет ветра. Очень комфортная температура. И прям, мне прям кайф прогуляться. Кайф. Вот, я вышла на проспект. Точнее, ну да, проспект Революции, да. Какое-то здание тут, не знаю, что это. Мне очень нравится вот эта лампа. Очень красивая, сейчас даже сфоткаю. Впервые, девочки, я потратила 4 рубля. Алло. Короче, взяла бисквит, прям свежий-свежий, белорусский бисквит. Французский багет в этот раз и ментос. Всегда мне нужны какие-то конфетки с собой. А идемте домой теперь. Смотрите, на выходе какая здесь штука есть. Сбор опасных бытовых отходов. Обалденная штука. Выхожу, красота, елка. Это наш ближайший магазин здесь. Все красиво. Вот за вот этим домом впереди наш дом. Поэтому, видите, людей много. Все спокойненько. Иду, кайфую. Ну что, мои хорошие, я приехала домой. Сразу напала там на кое-что из фикс-прайса. Блин, просто я то, что голодная сегодня, что-то целый день не ела. Вот утром позавтракала, и все, и целый день не ела. И у меня уже голод такой, и мне прям хочется горячего чего-то. И я прям там кое-что заварила прям, и прям кайф. Но это вы потом увидите у меня в обзорах. Не стала здесь показывать. Лишняя реклама, да, там. Ну, мне понравилось. Это не для всех, конечно, но очень понравилось, даже неожиданно. Короче, я сейчас поела, еще бутерброд навернула. Сейчас сделала себе травяной чай с лимоном и с малиной. Вот, сейчас мы включили, у нас тут полярный 2 идет. Вот, с Крестюшкой. Что Крестюшка там делает? Я готовлю. Кристина готовит. Вы представляете, что я только что узнала? Кристинка? Кулинар! Кулинар. Причем, знаете, такой кулинар? От Бога. От Бога, да. Иногда она что-то такое начинает делать, я вот смотрю и думаю, я бы никогда не догадалась это сделать. Например, у нас в холодильнике стоит творог, и творог с яблоками и с йогуртом полит. Вот то, что я вам говорила, да, я сделала, поставила в холодильник вчера. Вот. А сегодня она говорит, можно его пожарить. Замедленным огнем запарить с яичком, а будет запеканка. Это с яичком. Покажи ее в своем влоге, потому что мой будущий муж должен знать, что он будет питаться правильной пищей. Яичко, творожок, все. Ты уже готовишь? Ну, я только яйцо вот достала. Можно я сниму? Да, сними, только без меня, я сейчас не в том виде. То бишь, я тебя сейчас сняла, а сейчас уже не в том виде ты, да? Ладно, сейчас. Хотя... Короче, вот у нас творожок, Кристина туда делает, яйцо бросает. Это просто творожок, вот как, вот, я забыла, как я до этого делала. Что у нас муки, да, нет? Ну ладно. Муки нет, надо поискать, там что-то есть. Где? Ну, наверху. Можно обманочку? Конечно, бери, смотри, вот то там вот у нас что? Может, у нас есть мука? Спонтанно. Вот, смотри, что это такое? Слушай, прям в руку, да? Посмотри, это что?
Цукорня, это сахар. Это все сахар. Сахар да соль. Не, нет у нас, да? Подожди, а здесь? Ага, здесь у нас соль. Подожди. Ну да, нету. Ля, у нас еще туалетная бумага, мы купили. Ну ладно. Ну это ж. Будет, короче, два яйца. А вот это, чтобы вы понимали, смотрите, это от суши осталось. Вот это да вот. Я не буду это туда кидать. Оно... Да это понятно, кидать она туда не будет. Она, туда это... она макает туда ливерную колбаску. Я не макаю, не знаю. А будет что? Бутербродик, ну да. Ты припеваешь? Я не знаю, как это лучше совместить. Это сейчас будет рецепт от Крис Крис. Ой, я не могу, сейчас сколько комментариев. В смысле? Тут еще просто немножко муки, это та же запеканка. Крис, я думаю, что тебе надо кулинарное открывать канал, реально. Вот просто снимать вот как есть. Вот при вот готовишь ты... я абы что попало, как вот некоторые, вот, может быть, напишут. Это ха-ха-хи-хи. Я это приблизительно представляю, что получится творог и яичко. Это та же запеканка. Это только ты сейчас знаешь, что получится. Потому что я нам всем интересно. Нет, просто знаешь, когда вот я же не кидаю туда варенье, там горошек. Ну, понятно вообще, вот варенье стоит, да? Хотя варенье тоже можно. Можно. Вот. Есть же сладкие эти, как их надо. Гренки, знаешь, делают сладкие. Мне интересно, что получится. Вообще, ну вот, то есть мы взбиваем. А была бы маночка, мы бы еще маночки сюда. Блин, девчонки, поддержите меня в комментариях, кто бы хотел кулинарный канал от Кристины. Только чтобы она там исключительно свои рецепты готовила. Подожди. Не на ничего с интернета, по фэншую. Нет, ну это вот при... твои. Нет, не личные. Прям мои, а я придерживаюсь чего-то. Это ж в принципе запеканка, я придерживаюсь запеканичьей этой. Вообще, мне кажется, у Кристинки классный был бы канал, потому что она от бога все-таки кулинар. Да я все, я и дом ремонтирую. Это не будем ни сахар, ни соль. Вот когда если сюда маночки добавить, она постояла. Но у нас ничего нет, мы сразу, в принципе, все. А яблоки ничего, что здесь? А яблоки запекают, да? Запекают. Мы же на медленном огне будем все делать. Ну, главное, что мы васаби сюда не добавляем. Нет, нет, это я... Это хотя можно, это можно сверху было бы. А японская кухня, я тебя умоляю. Там же эти сладкие... Мёд. Ну, я такой нет, я не гурме. Я классику вот. Ладно, позовёшь, когда начнешь жарить. Подожди, ну сейчас мы маслица на сковородочку. Я сковородочку помыла. Да, я же смотрю, какой молодечек такой. Все для здоровья. А я вот это только нож у нас? Да, у нас один нож, Крис. Ну, давай так. Вот это у нас какая включает? Включить. Вообще, мне... Только она медленная будет, хорошо? Все блюда получаются очень вкусные на сливочном масле. Все. Все. Чтоб ты не готовила, все на сливочном масле. Яичница, блинчики на сливочном масле, только на медленном огне, чтобы не выделялся там что-то там. Будет очень вкусно. Понятно. Наш любимый сериал с Кристинкой начался... Как он называется? Что-то плюю, что-то там. Пофиг или что-то такое. А, вот тут? Да, да, да. Мы это пропустили. А мы с тобой пропустили 3 или 2 серии. Нет. Что нет, выходные прошли, это уже новое. Мы тогда 2 серии с тобой не посмотрели. Что нет? Мы все посмотрели. Включают, это же мы как раз должны были смотреть. Давай. Давай, покажи бутерброд, как надо есть. По-нормальному. Уже люди не... Они не знают, что... Опа-опа, пошла остринка. Мне не хватает. Вот я вот острого, вчера не поела, да? Живот болит сегодня. Потому что острого не поела, да? Ну, мне лень просто резать. Я просто взяла ливерную колбасу, она очень вкусная здесь. Так. У нас есть васаби еще вот осталось. И вот я решила не... Ну, соли не хватает васаби. Ну, немножко соевым соусом. Ну, давай, как ты это делаешь? Покажи. Ну, они скажут, блин, что я... Вообще, как не леди. Я ж леди обычно. Мы леди, но иногда мы можем быть вот так по-свойски. И в этом и есть самый настоящий контент, как есть. Я бы сейчас прикусила это оливерную колбаску. Смотрите. Ну, кусочка маленькая. Понимаете, васаби человек любит. С водичкой разбавила. Соевым соусом. А, соевым соусом разбавила васаби. Хорошо идет. Поехали. Давай, сейчас у нас начнется запеканка от Кристины. Все. Ты медленно огонь выключили? Ну да. Давай-ка. Как ты это делаешь? Покажи мастер-класс. Должны все питаться только правильной пищей. Пирожок, яичко белорусское. Ой, яйцо белорусское. Лучше белорусское. Кстати, яйца здесь очень вкусные, поэтому... Я же еще не пробовала. Ну, кстати, а то я сейчас это маленькое яйцо было. Желток маленький. Я люблю, когда большие яйца.
большие яички. Давай, ну, давай, как чистые, ты есть. Ага, подожди. Ты только что ела руками, все чисто, нормально. А, ну, вот так, по-свойски, немножко пальчиком. Мало, видишь, мало. Если полная тарелочка, чтобы прям вот крылышки были. По края, да? Да. А я пока что отрежу бисквита. Как написано здесь, бисквит белорусский. Стоит вот такой кусочек 2,09. 80 рублей, где это получается. Ну, сколько тут грамм? 246. Ну, он довольно большой, но очень воздушный. Ну, в целом, вкус вкусно, но мне суховато. Мне не хватает прям здесь яблок, знаете. Может быть, так и берут, на самом деле. Чисто бисквит очень вкусный. Если его взять, разделить, так еще кремом промазать, будет просто пушка. Но пахнет твое, кстати, вот это кулинария очень вкусно. Я же говорила. Ну, попробуй бисквит. Я же вообще люблю крем. Я же крем обожаю. Мы сюда возьмем этот крем и мы сделаем сметану. Торт. Сметану не хватает. Пока что все кипит. Кристинка крышечкой решила накрыть. Чтобы там запарилось, может перевернуть. Мне кажется, слишком большой, может поменьше? Минимально он стоит. А, самый минимум стоит, да. Я чайник поставила, еще чаю хочу. В общем, ждем. Смотрите, девчонки, поднимается. Так мы ничего не добавляли, прям толстенький уже. Но Кристина говорит, переворачивать не будем. Ну, как мы его перевернем, если было что-то такое. Главное, говорит, чтобы не сгорело. Ну, давай проверим хотя бы с другой стороны. Давай, проверим, так, ой, нормально, ничего. Видишь, вот его прям водичка, там прям жижа. Все кипит, бурлит. Так, выключить. Вот этот? Все, успокойся, чай. Так, а лопатка есть у нас? Лопатня. Да, вот это? Просто, чтобы не сгорело. У вас стоит какой-то... Может, ты это сделаешь, Крис? Все, нормально, я вижу. Все. А, можно выключить? Ну, блин, ну сверху, елки-палки. Ну, давай, ну, давай, как а ты как? Вот его делала? Я не буду, ну, переворачивай. Я не подели напополам и переверни. Или на четыре части. Сейчас, подожди. А может, и не развалится, один. Смотри. Не, хорошо, да, Крис, мыть потом ладно. Их много ой, надо. Ой. Давай я переверну, хочешь? Давай, подожди, подожди, я уже подлезу. Давай. Нет, разваливается уже. Давай, я хочешь? Да, хочу. Давай, а ты меня снимай. Держи. Итак, сейчас профи, Силя! Сейчас ты... полетит. Ну, я тебе говорю, разваливается. Подожди. Профи, Силя, блин. Я тебе говорю. Хотя бы тогда уже раздели. Ты сейчас ну, будешь... давай, раздели. Я же тебе говорила с самого начала. Давай раздели. Ну, молодец. Он нежный очень. Да, ну просто это нежность. Это нежность, нежность, нежность. И так, наверное, ничего не получится. Подожди, подожди. Давай. Опа! Опа! Давай, ты дал? Так, давай так сначала. Потом еще и повернуть. Ла-ла-ла. А этот уже нет. Смотри, как зам. Давай, давай отсюда. Там поменьше будет. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Нормально, нормально. Молодец. Ой, ничего, это ничего, маленький. А теперь их можно повернуть. Ну пусть уже так лежат, как лежат. Ну ладно. Благодарю, все. Благодарочек. Блин, ну давай, все. Красота. Прям чебуреки. Ну и что, Кристюшка, пробуешь ты? Вкусно? Лохматая. Да хорошо тебе лохматая домашняя. Что ты? Слушай, мне нравится, яйца люблю. Кстати, нету запаха специфичного яичного. Хотя вкусно? Здесь и соды нет, и ванили нет. Ну, нормально, обычно. Ну, пойдемте попробуем тоже кусочек. Я маленький возьму. Я уже объелась, на самом деле. Я тоже. Слушайте, ну... Яйца не чувствуется, прикол. Да? Да. Запеканка как будто. Будем... Ложку теста сюда или манки действительно будет вообще. Яйцо, ой, яйцо. И яблоко попробуй, ты говоришь, пожарить. А, яблоко, да. Просто запеченное яблоко. Ага. Ну ты просто... Огонь, девка. Да. Ты все сама сказала. Представляете? Живем в одном доме, в одной квартире. Я не знаю вот таких вот подробностей о своей подруге. Она, оказывается, жарит творог и получается запеканка. Всем доброе утрёшечки, мои хорошие. Что могу сказать? Сегодня я уже попробовала накраситься новой тушью. Что я могу сказать? Мне она реально понравилась. Во-первых, она, ну, короче, она не,
На ней немного туши, когда достаешь. Щетка очень классная. Я специально попробовала свои реснички не подкручивать, как обычно я подкручиваю, потому что мне моя подписчица сказала, что она очень хорошо подкручивает. Я такая думаю, о, проверю, не буду подкручивать тогда. Она реально хорошо подкручивает. Уже первый слой был красивенький. Я не знаю, что туда добавляют, что эффект таких подкрученных ресниц. Она очень классно разделяет, она очень равномерно накладывает тушь на ресницы, да. Вот. Я бы не сказала, что они у меня становятся очень длинные, но они подкрученные, ресничка к ресничке, и объемчик вот классный появляется. Я сделала два слоя, не знаю, как вам тут видно, два слоя, они реально стали пушистенькие, классные. Вот тушь, мне это понравилось, реально достойная. Не знаю, как сейчас у меня немножечко, сейчас, наверное, такие синяки как будто под глазами, потому что здесь свет такой. Ну, пойдемте на свет, ладно. Что ж я вам рассказываю, верьте на слово мне, да? Вот, при свете, смотрите. Смотрите, ну реснички классные. Причем второй слой я там не сильно мудрила. Я даже щетку не опускала второй раз. Поняли? То есть я взяла... как я взяла? Я взяла одну. Один раз макнула. Покрасила одну ресницу. Потом, не макая второй раз, вторые ресницы. Потом еще раз макнула. Вот так. И опять одну и вторую не опускаю. То есть для каждого глаза... Один раз макнула, правильно? Короче говоря, сейчас мы с Кристинкой собираемся, мы сейчас сняли видео на второй канал Fix Price еще, вот, потому что здесь много Fix Price'ов, и они все такие большие, классные, и в каждом есть какие-то свои новиночки, то, что не было в предыдущих, вот, и я еще покупки сделала, то, что хочу домой везти с собой, вот, и сейчас я приехала, мы покушали, господи, вчера это было, вот, а сейчас мы накрасились, собрались, покушали, сняли видео и собираемся в магазин ехать за продуктами. Нам сказали, ну, мы поедем не в вот этот магазин, который мы здесь рядом, да, ходим, потому что здесь еды немного, такой, знаете, готовой, вот, а кайф готовой еды, чтобы она уже у нас была, разогрели там и все. Вот, и мы сейчас поедем чуть-чуть далеко, на такси туда 2-2,5 рубля будет стоить, ну, там, до 100 рублей, и мы посмотрим, что там за продукты, какие-то там пироги, уже другая еда, больше выбор, ну, что-то возьмем, чтобы здесь было, пока что мы еще тут тусим, вот, а вечером мы поедем в кафе, роллы, вино, у нас сегодня такой хороший день, вот, и мы сегодня будем хулиганить. Пока мы тут с Кристиной собираемся уже к выходу, вот это Fix Price, я брала эту штучку, там всякие разные пожелания. Что-то я подумала, что типа пожелания на неделю, зачем на неделю? Можно каждый день тянуть штучку и каждый день тебе пожелания. Вот я сейчас хочу достать пожелание какое-нибудь себе. Вот красное хочу. Можно же так? Колечки прикольные такие. Сейчас почитаем, что нас ждет. И Кристинка тоже сейчас вытянет. Смотрите, как смешно. Твои поцелуи можно добавлять в чай вместо сахара. Именно сегодня, понимаете? Прикольно. Крис, иди тяни. Читай. Что там у тебя? Пусть лучи тепла и добра сопровождают тебя везде. Ты довольна? Пожеланием. Нет, пожеланием ты довольна? Ну, если они сбудутся, то да. Добра лучись. Какая-то бука сегодня, да? Опять. Тяжелый характер у нее. У нее очень тяжелый характер. Ты меня бесишь, когда говоришь бука. Я тебе скажу, когда тяжелый характер. Когда сядет, ты такая, не мешай мне. Тяжелый. А когда я что-то делаю, значит, я бука. Ладно, давай так. У Кристинки очень легкий характер. Просто легкий, пушинка. Я не знаю, кто придумал, что у тебя тяжелый характер. Кто это сказал вообще? Я с ней дружу столько времени. Что думаете, если у нее был бы тяжелый характер, я бы с ней дружила? И унитазик такой. Он чистый у нас, главное. Кристина, давай одевайся. Что ты в пижаме до сих пор ходишь? Ты меня прям бесишь. Я одета уже. А вот ты как раз раздетая сидишь. Что носки разбросала? У меня мои носки только вот. Ладно, это мои носки. Ну все, бежим. Скачем. Да, давай на интернет. Ну что, мы вот мы с Кристюшей идем. Все в наших обычных нарядах, потому что у нас немного их. Кто обычный?
Сегодня твой наряд? Постирали. Так, Зля уже пишет, ждет. А вот он, 97-73. Мы чисто на такси по Борисова разъезжаем. Что там 2 рубля? Лакшери бабы. Хоть почувствуй, 2 рубля. Стойте. Ну что, мы с Кристюшей приехали в большой торговый центр. Смотрите, тут 5-й элемент, бытовая техника. Я даже не знала, я думала, чисто продуктовые. Смотри, вкусняшки какие-то продаются. Ну, у нас типа того что-то есть. Красиво, как смотри. Ой, эти блоки. Сахарная мечта. Ювелирка. Короче, мы еще пройдемся. Смотрите, тут у нас бьюти-магазин. Классный. А? Панаму. Смотри, какая. Диор. Ну, вообще, да, мне кажется, не поделки, а реплики. Реплики, вот Селин. По-моему, Селин же, она уже по-другому называется. Селин, да, она по-другому как-то называется. Я так забыла. Элизабет что-то там. Элизабет Франчи. Да. Да, мы модные, мы знаем, что кто переименовал. Хотя, может быть, это настоящая, просто парфюм. Просто коллекция. Тоже парфюм, вот, я думаю, что здесь под... На розлив. Под, да. Так, Бали тоже, он парфюм. Кстати, да. Короче, такой торговый центр, а вот здесь продуктовый большой. Мы туда зайдем. Возьмем тележечку сейчас. Они здесь бесплатные, смотри. Бесплатные. Берем и идем. Едем, точнее. Так, нормальная тележка у нас. Ровная. Кристинка, видите, забирает тележку сразу, чтобы просто так руки не мотались в разные стороны. Смотрите, как классно вообще. Можно взять все сразу. Яички вареные. Вот 70 рублей, считай, стоит. Не, ну там 90 рублей, да, считай, стоит, сколько яиц. Здесь картошечка, морковочка, там что-то еще взял, колбаску, да? И уж... А, соленые огурчики. Сделал оливье, ничего не надо варить. Вот такая я люблю, кстати, эту. Вот уже и морковка, и капусточка. Морковка с капустой, вот так, и с маслом. Лучок еще туда, и кайф. Тортики какие-то, на вид очень аппетитные, пироги. Десерт творожный, Ромштайн, интересно. Выглядит очень интересно. Вау, здесь есть роллы даже. Блин, смотрите, как это аппетитно выглядит. Знаю, что у них курица вкусная, это просто трындец, посмотрите. Посмотрите, я хочу все. Рулет запеченный из птицы. С курагой, ну там дальний. Да, вроде бы. Мы с Кристофи Робином. Все, купили продукты, там кое-какие не стали показывать, что мне уже надоели только одно продукты ходим, покупаю. Ну, короче, что-то там набрали в холодильник. Я сложила уже все. И сейчас мы едем. Продукты будут на моем канале теперь. Да, теперь у Кристинки смотреть продукты. И сейчас возьмешь шапочку мою, пожалуйста. Сейчас мы едем, сейчас еще в один быстренько заедем там. Она с катышками, давай мы тебе. Она не с катышками. Я не говорю, отдавай мне ее, она уже с катышками, она тебе надоела. Нет, на ней не будет катышков никогда. Так, все, мы выходим. У нас большие планы, наполеоновские. Мы уже идем, вот сейчас все, гулевань. На улице, девочки, шикардос. Солнышко светит, ветра нет, но сегодня, кстати, обещают лютый ветер вечером. Сегодня Кристинка чуть-чуть, мой оператор будет, капельку, да? Можно было не говорить. Я хочу, чтобы они знали, кто стоит за этими кадрами. Я сказала, что мы иногда будем. Да, но вообще у нас есть идея, но мы ее не говорим. Практиковать. Это секретная Смотрите, идея. Какая красивая сегодня Селена. Это она еще и в термобелье. Она чистила обувь. Вообще красотка. Еще сверху джинсы, я не знаю, зимки у нее. И такая кунгинушка, опять длинники у нее. Сегодня опять длинные. Вот смотрите. Грин. Green Box. Он за колесико. Это чья-то, наверное. А это чья? В смысле, ну он еще одна. Это магазинная. Да, мы сейчас чисто кое-что забыли купить, быстро в магазин. Подожди, ты только что... Мы только что с магазина. Мы с магазина, мы кое-что забыли купить. О, ой, здравствуйте. Не пойдешь? Что вы хотите?
Что вы хотите? Вас сфотографировать? Ну что, мои хорошие, мы с Кристиной пришли. Всем привет! Смотри, как красиво здесь свет. Слушай, мы будем сейчас фоткаться, она фоткалась. Да все нормально, ты начинаешь. Ты вот этот, смотри, какой свет красивый сзади у меня. Короче, мы пришли. У нас сегодня куча поводов для того, чтобы кайфануть, отдохнуть, накормиться, напиться. Ну, мы не будем напиваться, конечно, мы будем. Ну, не знаю, аккуратно. Обычно я тебя ношу на руках. Ношу на руках. Кристина переживает, что она меня потащит домой на руках. Рулов, такого никогда не было, конечно. Но вдруг сегодня будет тот самый день. Короче, у нас коронное место. Мы решили все-таки сюда начать. Сели. Когда чуть-чуть... Смотри, как... Слушай, сколько тут красивых фото будет. Вот так вот, можно мне? Да, сейчас я тебя буду фоткать со всех сторон. Короче, мы ждем меню, мы заказали снова наши вкусняшки, которые нам больше всего понравились. И еще мы заказали сегодня мандариновое домашнее вино. Здесь они готовят его сами. По рекомендации меня. По рекомендации Кристины, но на самом деле в прошлый раз она не помнит, но нам рекомендовали это мандариновое вино. Я веду по настоянию меня. И мы вместе с Кристиной решили его не пить, потому что, ну, как бы Кристина цитрусы не очень. А я все боюсь. Ты тогда так сказала? А сейчас уже все поменял. Предлагала коктейль. Нет. Я услышала кофе с цитрусом. Нет. Я тебе говорю. Ну это ты услышала. Потому что она, когда разные коктейли говорила... Можно я вам скажу? Мне в свое время, ну это так и есть, если пьешь кофе, там как-то они аллергенно воздействуют, нельзя кофе... Нет, многие пьют, я знаю, кофе с лимоном, сочетание. Но мне кто-то сказал, что это аллергенные продукты, и их как-то в сочетании, то есть у тебя... В общем, ну вы поняли, как-то аллергенность там может проявиться. Поэтому ты услышала про кофе, да, и мандарин, она поэтому сказала нет. Она перечисляла, когда вот эти все дела, я говорю, вот это от коктейля не надо. Не надо. Ага, вот моя версия. Когда к нам пришли, она сказала, у нас есть там вино, которое мы готовим сами. Оно с мандарином. Я говорю, как оно готовится, что там оно, какой мандарин? Она говорит, ну там типа белое вино, и добавляется вот эта вот кашица какая-то мандариновая, и что-то еще добавляется, не кофе. Вот, и типа вот так. Я говорю, ну блин, мандарин, я говорю, я что-то не очень, я боюсь, переживаю за это, аллергия там у меня вдруг вот, и все, я теперь мандарины не ем, цитрусы боюсь, как бы, да, вот, и Кристина такая говорит, да, я тоже что-то цитрусы не очень, и мы не стали это вино даже пробовать, но она, видите, услышала кофе, там еще что-то аллергены. Ну, короче, мы коктейли в прошлый раз пили, они были вкусные, сегодня мы попробуем это вино. Были, которые ты не допила. Мы оба не допили, ты тоже, по-моему, свой не допила. Я жирка, не помню. Мы не допили прошлые коктейли, ну, потому что было настроение не тот. Итак, принесли нам чудо мандариновое. Вкусно пахнет? Да. Ну, наливай. А алкогольного запаха вообще нет. Спиртового. Да? Наливай. Итак, пьем за все. За меня. Какие красивые бокалы у нас, смотрите, какие красивые мандарюшки. Очень красивые. А съемка такая какая? Вкусное, кстати, вино, да? Сладкое. Слушайте, сегодня просто волшебно нам роллы принесли очень быстро. Еще я даже не ожидала. Еще один повод праздник. Еще один повод отпраздновать. Мы решили взять две филадельфии с авокадо. Вообще крутые. Опять же, крутые. Посмотрите, толщина вот этого. Просто толщина лосося. Очень свежая. Да. Очень. И вот эти мне очень понравились. Мне просто прям хочется говорить. Вот эти вот васаби я же до сих пор с соевым соусом. Да, кстати, ты же каждый день вот это вот ешь. Вот классно. Вот это классно. Вообще все свежее. Ну все, приступаем. Можно есть. Отсняли? Можно есть. Давай еще раз выпьем. За нас. За нас, за всех, за наши семьи, за наших родных, близких. И за ваших тоже. Любимых. Ну, за наших, за общих. А, ну и за ваших, да, девочки. И за ваших тоже все. Мы вместе сейчас все. Мы же все вместе. Мы сейчас все вместе. За нас, за всех. Мы вместе. Мы вместе, нас за нас, за всех. Вот у нас уже немножко садится солнышко, уже включаются фонарики, уже более красивый такой у нас вид. Кристина плачет, как всегда. Чего-то как всегда. Решили попробовать еще сладкие роллы, но, честно говоря, я вот ем и чувствую здесь один банан, просто банан. Ну он же ароматный. Немного сыра, карамели мало. Это сыр вот это вот? Маскарпоне, да. Хрустящие какие-то, воздушный рис. Маскарпоне, видишь? Воздушный рис. Возьмите поменьше банана.
А, вот так вот. Mm-hmm. А вот же. Ну, в целом неплохо, но прям вкус банана отчетливый. И лучше был бы какой-то микс. Поднажимай, блин. Вот мы сидим с Крис, уже закинули. Покажи, как мы закинули головы. Вот так закинули головы, да. И что мы видим? Мы видим вот такие лампочки. Я говорю, давай снимем девочкам то, что мы видим. Я вообще давно их увидела. Мне понравились. Прикольные, да? Стиль лофт. И вот я ж... мне подходят они. Никого нет. Берем? Никого нет. Берем. Да. Кстати, мы играли сегодня на пианино. Это все вы можете увидеть в нашем инстаграме. В наших инстаграмах. В нашем одном. Бетховен, Моцарт отдыхают. Да. Сейчас я выставлю, чтобы красиво. Блин, твоя куртка вот эта. Ты как это в столовой, блин. Тут еще там коробок какой-то. Сейчас, подожди. Сядь тут, вот туда вот чуть-чуть. Да какая разница? Большая, подожди. Как я сейчас буду мандариночку есть? Подожди, стоп. Давай, поехали. Ну каково тебе? Вкусная мандаринка? Они чем-нибудь насытили ее там еще? Ну вообще обычная. Походу это только сделали непосредственно. Обычно, когда настаивается, должно впитать алкоголь. 100% и юшки добавили. Не чувствую, я такое подсвечиваю. Наоборот. 0,77 копеек. Других не было. Других не было. И я причем думала, что здесь пачки открываю такая, а там просто море спит. Пятерочки, такие же коробки огромные, даже чуть меньше. Ну смотрите, Кристина устроила как у романтик здесь и дала мне возможность, как на торте задуваем свечи, да? Она мне говорит, зажигай праздничную свечу и зажигай ее. В другом городе первый раз, чтобы не последний, да. Именно спичками. Кристина спичками зажигает. Да. У нас там стирается одежда на фоне, обращайте внимание. Надежда. Посмотрите, как красиво она, красиво светится. Вы видите? Да. Видно, да? Клево? Так, у нас здесь роны остались еще. Шампусик сейчас будем пить. В общем, кайфовать с Кристюшком. Так. Шампусик, выбор был невелик. Это местное производство. Местная? Ну, Беларусь написано. Ну, не местная, в смысле, российская, хотела сказать, государство, республиканская, да? Такая же, только с черной еще, и советская была, и с черной. А так как мы брют предпочитаем, ну, или сухое вино. Короче, была такая и черная этикетка, и давай, советская. Я открою? Или... Советская и черная, давай. Или ты хочешь? Я так удивилась, когда узнала, что Селена умеет открывать. Что я профессионал по открыванию шампанского? Подожди, подожди, давай. Я профессионал по открыванию шампанского. Там недалеко снимаешь, меня видно вообще. Сейчас все захватывает. В какой-то атмосфере красивой. Романтик. Не видно наши баулы. Вау! И чего, ничего не полилось? Вот это ты профессионал. Я профи, смотри, кто дымок, у тебя дымок. Руки волшебные. Ну-ка, тебя наливаем. Давай. Кристина протерла бокал. Шикарно. Короче, мы сегодня с Крис тусили по Борисова. Приехали домой в итоге. Сейчас стираемся. Завтра новый день, новые планы. Вот. Ну, а вообще мы скоро уже поедем домой. Вот. Что еще? Да уже, походу, поедем уже скоро. Да, уже, наверное, завтра. Я сегодня тоже хорошо погуляла без тебя. Немножко. Короче, да. Мы тут разъединяемся иногда.
Надо отдыхать людям друг от друга. Да, гуляем по отдельности. Потому что Селена, то когда спит, я бодрствую. Когда Селена бодрствует, я сплю. Это так бывает. Да, я, короче, дела какие-то там выхожу, бывает, поделать. Как там говорят, в ушах дым? В ушах дым? Я не знаю такой поговорки, это что же? Говорят, в жопе дым. А, в жопе дым? Ну, это в жопе, да. В жопе, может быть, в ушах, не знаю. В ушах пробки, в жопе дым. Короче, я думаю, на самом деле, я уже все, я там на 10 минут поставила стирочку. Я думаю, на самом деле, прощаться уже, наверное, это видео завершать. Вот. Вообще, мы планируем, может быть, уже завтра-послезавтра уже уезжать. Вот. Да, но Короче, у нас все просто спонтанненько очень, да. По идее, мы можем еще тут чуть-чуть потусить. Вот, но может так получиться, что мы, наверное, и поедем уже скоро. И дорога у нас такая планируется, я так смотрела билеты. Там, не, ну, как бы не каждый день есть прямой рейс вообще с Борисова до Ростова. Но он не каждый день там ходит, вот, и что еще? Не каждый день, и еще время такое неудобное, по-моему, там. И я подумала, а что бы не снять приключения нам такое? Не мешает вам вот эта херня? Ладно. Пусть она закончит, и я поговорю потом. Короче, вроде прекратил пока гудеть сильно-сильно. Короче, я прощаюсь. Идея у нас отправиться домой в том состоит, чтобы мы поехали вообще сначала с Борисова в Минск. Так утром встанем, короче, и поедем. Ну, выспимся и поедем. С Борисова в Минск. С Минска в Москву. С Москвы в Ростов. По деньгам получится одно и то же. Но у нас будет такое мини-путешествие, мы остановимся там, там и там, вот. Ну, еще посмотрим, успеем ли мы там перебежать с поезда на поезд, вот. Может, у нас еще будут какие-то приключения по дороге. Я подумала, так, наверное, будет веселее. Еще один дорожный влог такой сделать, потому что в дороге всегда, когда приключения, это весело, тем более с Кристинкой. Вот, поэтому сегодня, наверное, все. Мы уже отдыхаем, выпиваем. Ой. И прощаемся с вами. Вас поздравляем со всеми праздниками, которые там были. Все уже закончились праздники, все волшебные на самом деле. Да, и вас с прошедшими праздниками. Все, мои хорошие, вас люблю, целую. Спасибо, что были с нами. Впереди длинная дорога домой. Всем пока-пока. Пока, Покедова. Рука Кристина. Покедова. Покедова говорит.